Всем привет. Нынче, друзья, хочу вам рассказать, как соединил я без половины муфты насос и мотор. То есть у меня вот от муфты такой вот только мама, папы нету. Вот, почему-то у меня в моих загашниках три мамы, ни одного папы. Куда они разбежались? Вот, что же делать, как сделать папу, если есть мама? Сейчас сниму, покажу. Так, ну, вот так вот методом натыкивания трубу на трубу, потом обтачиваем на наждаке, делаем вот такую вот внутреннюю втулочку. Это значит болтик, который там ее, так сказать, зажимает на валу. И делаем вот такие вот два отверстия. Ну, можно четыре, можно сколько, в общем-то, полумуфте есть прорези. Но я два сделал пока. Вот так. Потом берем шарики от подшипника, которые по диаметру подобрали под пазы в той полумуфте. И вот так вот сюда вставляем. Вот так вот. Он отсюда чуть-чуть торчит. Ну, а второй, соответственно, снизу. Ну, снизу он не держится, да, понятно. Я их приклеиваю на смазку какую-нибудь. Ну, можно даже и так. Затем ставим движок. Вот так. Таким образом. Ну, это надо двумя руками делать. Один я снизу придерживаю. Второй у меня сверху сам лежит. И тот стопорный винтик тоже рассчитан под, чтобы совпадал с пазами полумуфти. И надвигаю сюда мотор. Вот. Ну, сейчас с одной рукой, конечно, сделать трудно. Ну, допустим, вот их там две. Так. Тут еще болтик в моторе мешается. Ну вот как-то так. Вот надвинули. И все. Крутится очень свободно. Немножко постукивает вот так. Ну, при вращении издает такой небольшой рокот. Ну, а тут центруем шайбочки, подкладываем. Или наоборот, убираем. И вот так вот станина фирменная, чугунная, насос тоже под нее. Был у меня тут на шкивах, но как-то вот напрямую. Шкивы — это значит, в сторону все торчит. Некрасиво, вот так вот, по-моему, гораздо красивее. И это я из бочки поливаю огород этим насосом. Он не напорный, но из бочки отлично. Ну, вот такая вот муфта. Если, конечно, при наличии у вас одной части. Ну, даже можно изготовить и маму. Также набираем трубок одну на одну, разрезаем, варим. Затем также в ней сверлим отверстия под шарики. А потом уже сверху одеваем целиковую втулку из трубы. Ну, тут уже пойдут какие-нибудь двухдюймовые, трехдюймовые трубы. И шарики вместо пальцев, или как они там называются. Ну вот как-то так. Можно выйти из положения, если у вас нету папы. Ну вот примерно все. Все, друзья, всем привет. Всем спасибо за внимание.